Здравствуйте, меня зовут Вероника Яшкина, и сегодня у меня экзамен после второй ступени курса ватха-йоги. Знаете, я от этих курсов получила гораздо больше, чем я рассчитывала, чем вообще я ожидала. Курсы ватха-йоги — это полноценная система знаний по йоге и в целом. Это и теория, и практика. На первой ступени было очень много интересных фактов о Аюрведе, об истории йоги и в целом, как работать со своим телом в общем. А на втором этапе очень-очень глубокие знания, как по мне, по растяжке и по растяжке, по гибкости и по силе. Это именно то, чего не хватает, потому что мы все думаем, что мы знаем, как наше тело нагрузить и как его растянуть. На самом деле, оказывается, мы ничего не знаем. А благодаря Юрию Сулыку, благодаря вашей системе классной, я получила очень-очень систематизированные, очень четкие знания и понимание всех процессов, которые происходят с телом. Поскольку я технарь, для меня это очень важный момент. Знать, что дотошно, знать, что происходит в мышцах, что происходит с телом технически. Я очень благодарна вам за это. Как классно, что есть 4 ступени, и впереди еще 2.